Более 100 профессиональных ковбоев Северной Америки приняли участие в ежегодном лыжном родео. Традиционный турнир, проводящийся уже в 35-й раз, придумал шестикратный чемпион мира по родео Ларри Махан. Смельчакам нужно быстро спуститься по снежной трассе, преодолеть трамплин, метко бросить лассо и оседлать лошадь. Некоторые ковбои встают на лыжи впервые в жизни, что придает турниру особую зрелищность. Прошедших отборочный тур ждал массовый старт, победителем которого стал Джет Мур из штата Вайоминг.